Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Об. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор этилгексил стеарат 50 грамм. Данное вещество абсолютно безопасно для организма и очень полезно для нашей кожи. Оно состоит из растительных и эфирных масел. Является универсальным компонентом, так как выполняет различные функции. Во-первых, он повышает вязкость косметических средств. Во-вторых, он выступает в качестве реагента для кожи. Данный актив способствует смягчению эпидермиса. Доказано, что данный компонент улучшает внешний вид кожи. Уже после первого использования средств на его основе эпидермис становится очень гладким и бархатистым. Такой компонент часто добавляют в различные крема, лосьоны и даже маски. Такой актив способен защитить эпидермис от различных вредных влияний. Кроме того, он предотвращает потерю влаги, благодаря чему кожа выглядит моложе и приобретает здоровое сияние. Это вещество используют многие известные производители косметических средств. Свойства данного реагента таковы. Повышает вязкость косметики, кремов, эмульсий, является реагентом для кожи, делает эпидермис бархатным и очень мягким, обладает увлажняющими качествами, предотвращает потерю влаги, обеспечивает коже защиту, улучшает внешний вид эпидермиса. Применяет данный реагент во всевозможные крема, эмульсии, патчи для век и маски. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!